Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня опять Бравл Старс, и я сегодня решил не ждать с утра Артемку с Леона, потому что, возможно, буду немножко занят. Решил зафармить, как и в прошлый раз, с рандомщиками Бравл Бол. Я вчера тренировался, показывал вам, потом еще ночью, блядь, в 5 утра проснулся, еще побегал нормально, в итоге апнул. Там нормально мы так нафармили, опять же, с рандомными парнями на 700 кубков Альприму. Там просто тупо 10 или 15, нет, 10 или 15 каток где-то так. Просто тупо вин-вин-вин-вин, ну, я тренировался. Но в итоге сегодня у нас открылось событие. Я получил еще дополнительно 3 новых гаджета. Кубок PSG. К сожалению, одно поражение, ну... Рандомщики есть рандомщики, ничего не сделаешь, но поехали, покажу. То есть я бегал с Тимой, которая просто рандомно собирается, но итоги боя, в принципе, меня очень-очень даже устраивают. Бравл Бол мне понравился. В общем, поехали, начнем. Смотрите, звездный, тут не получил, тут мы слились. Звездный. Тут не получил. А, это уже этот. Ну, практически, считайте. Только пару этих. Такс. Поехали. Первый наш бой. Да, первый бой. Поехали. Будем по очереди смотреть. Сам хочу пересмотреть на то, как я начал играть. Такс. Вот, первый сразу же гол. Просто изи вин. Поехали дальше. Ну, видимо, парни либо играют, я не знаю, я просто уже вторые или третьи сутки с момента выхода обновы играю на джеке, поэтому как бы нюансы более-менее изучил. В итоге вместе с Юмутом и Чипушилой мы взяли первую победу. Такс, поехали дальше. Следующий бой у нас. Чемпион. Асимасис и... И я. Нубас. Поехали. Итак, начало боя. Я, как обычно, включаю обилочку. И в итоге все. Сразу же, моментально, минус... 3. Тоже очень быстрая катка. По-моему, если я не ошибаюсь, одна у нас катка в дополнительной или две было в дополнительной. Вот опять тот же самый вариант. Притягиваешь всех и все. То есть, ну, сюда, если вы берете героев, бравлов, у которых мало жизни, они не выдерживают 5-400 дамага, нефиг даже ими заходить. Ну, лично мое такое мнение, потому что их просто будет... Джеки нафиг сливать. Так, вторая каточка есть. Поехали, третью ищем. Так, третья катка. Тут более такой напряженный уже был бой, если я не ошибаюсь. Тут мне так не получилось, как в предыдущем, просто залететь и всех слить. Ну, в принципе, без проблем. Что-то он стоял, долго думал так. Начало мы взяли. Второй раунд. Я опять, как обычно, врываюсь. Стараюсь по максималке всех законтрить. Но в итоге, видите сами, Джокер, если бы, в принципе, он подбежал быстрее, я думаю, мы бы без проблем их сразу же слили всех. Ну, то есть тут опять же, учитывать надо то, что вы играете с рандомщиками, нету никакой связи, и, соответственно, вы не можете там координировать какие-то действия вместе. Многие ребята проходят в тимах, поэтому там все, возможно, проще. Ну, для меня результат
Тот, который был сегодня, в принципе, очень-очень даже крутой, потому что вы знаете, что я в Бравл Бол только начал вот играть. Тут меня оттягивает, ну, в принципе, это такое. Смотрим дальше. Пока у нас 1-0. Джокер Красава отбегает, ждет. Врываемся, и нас тут опять же сливают. По-моему, эта катка была в дополнительное время, если я не ошибаюсь. Возможно, и нет. Но тут очень-очень долго Фрэнк бегает. В размыслиях. В мыслях, что же делать дальше. Ну, блин, не знаю. Джеки, я думаю, будут все-таки, скорее всего, фиксить, потому что, ну, это Unreal какой-то. Это нереальный бравлер, который просто тупо шатает всех, все и вся. И вот опять же та же самая ситуация. Он зацикливается почему-то. Ну все тут... А, нет, это не эта катка. Просто оттянули время. Ну, в принципе, третья победа. То есть первый этап у меня закончился. Поехали дальше. Дальше у нас был слив. Ну, в принципе, там, видимо, има была собрана. Возможно, и нет. Посмотрим. Профиль. 9. 8. Ну, видите, тут кидает сейчас, ну, я не знаю, разные... Разные бывают противники, но все, в принципе, в одинаковых условиях. А тут у нас, к сожалению, на этой карте первый был слив. Хотя тема у нас, в принципе, тоже неплохая была. Но тут нас развалили. Не получилась у меня моя фишечка. Врыв. Ну и тут сами все видите. Просто тупо провал. Но не все так просто. Многие ребята, ну я не знаю, или... не играли или не видели, не тестировали Джеки, и многие ее недооценивают. То есть в начале боя, вот сколько я сегодня бегал, вот эти все бои, я стараюсь сразу же включать гаджет и сразу врываться. Таким образом, они все в панике, они не знают, что делать. Но, видите, все-таки М стащит тоже. Вот пельмень бегает. Ну, вот чего ты стоял? Надо было сразу забегать. Но, видите, немножко не хватило. Вот опять обрываюсь, притягиваю и забиваю первый гол. Ну, видите, вот мои тиммейты, они стоят, чего-то ждут. Если бы все вместе бежали, я думаю, здесь бы слива тоже не было, они бы мне помогли их добить. То есть тут фактически мне хватает там... пару плюх. Вот опять я стараюсь отбить. То есть у меня три удара. И еще чтобы там, допустим, Фрэнк добил раз, и в принципе они бы все разлетелись. Но, к сожалению, я же уже говорил, когда ты играешь с рандомщиками, не все так просто. В любом случае, если вы хотите проходить, у вас есть Джеки, берите Джеки. Потому что если вы будете попадать в пачки и против Джеки, а у вас ее не будет. Вот еще один. Ну вот опять тот же самый вариант. Вроде 1-0, да, тащим. У меня сбивают. Не хватает, немножко не дотягиваю. И тут вот самый обидный момент. Практически. Практически добили и нам забивают гол. Ну и дальше сейчас будет дополнительное время. Мне интересно, у кого-то была ничья здесь? Как она засчитывается?
Ну, тут я ничего не могу сделать. Амс прибежала. К сожалению, и у нас не резнулся. И вот самый тоже обидный момент. Ну, так получилось. Еще одна каточка у нас. То есть это был наш первый, наш, мой. Не знаю, как у них, но мой первый проигрыш. Но дальше вроде все пошло более... Как по маслу, короче. Поехали. Следующая катка. Поменялась у нас карта. Вот опять же, я врываюсь, ну, я не знаю, тут, если вы бегаете тимой, берете джеки, реально, берите дамагеров хороших и просто тупо можете врываться без проблем. Ну, тут, конечно, Поко, гитарист, батин любимый, затащил. Начало второго боя. Вот тут уже просто все налегке. Два ноль, быстрая катка. Такс, отлично. Поехали дальше. Так, дальше у нас следующий. Путь сундуков и помидор. Вот, кстати, мне здесь понравился, по-моему, в этой катке Бу. Немножко не дотащил. Неплохо своими минами он накидывал. И реально было сложно. Чуть-чуть не хватило мне здесь. Раздробили нам все. И тут нам забивают банку. Я думал, это будет уже второй слив. Но. Не все так просто. Вот здесь мне чуть-чуть не хватило. Вот тут, наверное, возможно, вот этот вот стан нас очень спас. Вот опять та же самая картина. Не хватает, ну, не хватает просто у бравлера в жизни против Джеки, я не знаю, дамаг будут резать однозначно, потому что, ну, это просто бомбический герой на сегодня. Это, наверное, один из самых таких крутых бравлеров, который просто тупо врывается и сразу же считает пачку. И тут вот непонятка, я не знаю, чего он ждал. Ему просто надо было затолкнуть. Все, завести. И ничего не надо было выдумывать, ну... Я не знаю, что он так решил сделать. И вот опять же, я начинаю врываться, сливаю двоих. Все. И путь свободен. 2-1. Так, последняя, по-моему, с этой части карта. А, нет, это уже новая. Здесь все намного проще. Здесь смотрите, что делается. Вот, я ворвался, все. Мой стоит, чего-то ждет. Дай, блин, пас. Я уже всех посливал. Дай просто пас, чтобы я забежал. Но пришлось потерять ульту и тоже печально. Вот вторая часть.
Тут уже будет повеселее, они уже поняли, видимо, систему, что надо немножко отбегать. Потому что изначально врыв Джеки очень печальный. И тут опять, чего ждать, вот я не знаю. Можно было свободно нам забивать, но почему-то опять же... оттягивали. Плюс сегодня иногда были лаги. Вот реально подтормаживало. Возможно, у многих из-за этого проблемы были. Вот опять же, посмотрите, как чудесно. Чуть-чуть не хватило. Подтягивает Джеки своим скиллом, тем же самым не дает Фрэнку использовать его ульту. Но вот тут опять же решающий момент. Чуть-чуть не хватило. Совсем практически чуть-чуть одного удара, чтобы добить. Ну вот, смотрите, момент. Подкинули. Слил. Тут они, если я не ошибаюсь, не успеют добить просто тоже. По времени возможно. А, нет. Все, здесь забили. В общем, затащили. Артемка проснулся. А, такс, дальше. Дальше, дальше, дальше. Следующая катка. Тоже такая веселая. Вот, я включаю скилл, отдаю и начинаю просто тупо шатать. Все, путь свободен. Но меня слили. Опять же, мяч на нашей половине. Не знаю, что они тут делали вдвоем, но тут можно было свободно затаскивать, но в итоге пришлось добивать уже мне. Все, тут они поняли, что лучше сразу на мяч не бежать. И нас красиво, идеально сливают, разбегаются. И забивают нам гол 1-1. И тут он что-то бегает, я не могу понять, что он мешкается. Но Фрэнк все равно меня убивает. Если бы, знаете, еще сразу ульта включалась, после ульты включался скилл, это было бы реально жопа. Так, стан приходит отлично. Я убегаю на ульте. И все. Булл ничего, в принципе, сделать мне уже не может. Отлично. Ну и последняя катка. Тоже, как видите, есть Джеки. Меня сливают. Ну, я, в принципе, подбил их неплохо. Ихняя Джеки. Я думал, вот против такой тимы мы должны слиться на изи просто. Но не знаю, нам повезло, наверное. Разбивает нам защиту. We'll
Но я пробираюсь. И тут уже решающий момент, и все. Вот таким вот образом я сегодня впервые, скажем так, в этой локации нормально зафармил. Ну, я думаю, мне понравилось. Возможно, буду дальше фармить. Тоже Brawl Ball играет, но в основном я фармлю кристаллы. В общем, такие вот, ребятушки, каточки. Пишите комменты, ставьте... GG здесь нашло. Ставьте лайки, приходите на стримы. Всем удачи, всем пока.